прошедшие выходные на уборку Самары вышел весь город. Так только в одном советском районе дворы и общественные пространства привозили в порядок более 5000 человек. Особое внимание уделили территориям, которые участвуют в рейтинговом голосовании за благоустройство в будущем году. В советском районе три таких пространства. Одно из них – сквер Самарец. Жители уже знают, каким хотят видеть сквер после обновления. Самарцы, согласно опросу, изъявили желание, конечно, видеть в том варианте, каком он был в 40-е годы. Старые литые лавки должны быть, вот фонарные столбы, примерно там те же урны. Это концепция, так как он выглядел в 45-м году. То, что это рабочая безымянка тех лет, это говорит о многом. Сердце рабочей безымянки, так сквер Самарец прозвали жители советского района. Ежегодно в апреле они выходят очищать пространство от мусора, пыли и грязи, скопившихся за зиму. В этот раз в субботнике приняли участие 300 человек. Уже скоро в сквере зацветут деревья и распустятся первые цветы, поэтому жителям хочется как можно быстрее привести его в порядок. Очень красиво, здесь много яблонь, и поэтому выходить бабулечкам и дедулечкам, людям старшего поколения, одно удовольствие, прогуливаются. Здесь рябина очень красивая цветет. Потом ландшафтный дизайн, это все очень красиво. Во время субботника в сквере Самарец работали волонтеры. Они рассказывали жителям о пространствах, которые могут быть обновлены в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напоминаем, что проголосовать за территорию можно до 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.